Приветствую всех, друзья! С вами Черный Металл, это игра 7 Days to Day и первая седьмая ночь. Что я могу сказать? Я в полном оружии, без боеприпасов. Я вообще молодец. В общем, короче, я все отстрелял. У меня для дробовика кончилось, остались патроны для пистолета и для винтовки. Но вследствие того, что у меня что пистолет, что винтовка стерлись просто в край по самые... Если с ног начинать, то по самые уши. Ну, я не могу этим пользоваться, а патроны для дробовика просто тупо кончились. Но зато я вот нашел такую вот вещь. Электрический пейнтхаммер. Пока лучше оружия у меня нету. А еще колеса нашел зеленые. Смог найти я для мопеда зеленый движок. Начал я уже потихонечку переезд. В следующей серии, вероятно, я уже вам покажу его. Но нужно мне очень много камня. Он тут так... Фонари тяжело добывается, что дальше ехать некуда. Ну да ладно. Давайте посмотрим, что орда из себя представляет. Вообще мне вот, почему так много шипов поставил на первую орду? Да потому что что-то как-то мне кажется, что эти шипы немножко бесполезны полностью. Я вот как раз и хочу это проверить. Смогут ли первая орда сдохнуть вся на шипах? По идее, она не должна быть маленькая, если, конечно, разработчик не приложил свои длинные ручонки к ней. Что, вероятнее всего, так оно и будет. И где они? Вот почему ты не сомневаешься, что они там, да? Че, серьезно, что ли? Седьмая ночь, да? Прекрасно. Здесь орды что, не бывает, что ли? И это будет смешно. Ну, они меня не видят, а какого происходит? Зомби я не отключалась, кому интересно. Может, здесь нет первой орды? Что-то я как-то... Плохо юмор понимаю. Или они на спальник все бегут? Блин. Если реально на спальник бегут... Юмора я вообще как-то... Не осознаю. Здесь что, орд нету, по сути? Забавно. А что могу сглючить? Я вообще все зомби начнем с этого. Че, никого нету? Да ладно вам. Бочек тут старое количество, это я и так знаю. Куда все зомби делись? Смешно. Может, из-за того, что мод на другую версию. Ну, сейчас попробую, друзья, перезайти. Что-то как-то это все странно. Так, ладно, пойду-ка я на вышку и сейчас перезайду.
Это вообще уже как-то беспредел. Угу. Мило. Так, а куда мне бежать? Что бы это увидеть? Да, вот в этом аду только так смотреть. Ну, красная ночь. Сейчас, друзья мои, перезапущу. Это даже интересный момент мне. Хотя у меня есть одно предположение. У меня было вот подобное в True Survival. Еще когда я в него играл, кто помнит. В общем-то... В игре есть один прикол. Это старый довольно-таки. Ага, вот, все, появились. Понятно. Сейчас орда пройдет, я вам объясню прикол. Если вы хотите избавиться от орды, играю себя на локалке, чтобы она ко мне приходила на седьмую ночь, не отключая ее, ничего не делая. Это довольно-таки просто делается. Правда, странно, что это сейчас стало. Ну, хотя, сколько я в новый город гонял? 6 раз примерно. Да. Давайте посмотрим, кто там пройдет. Да, пришли. Но я, как и говорил, походу на шипы им пофигу. И это проблема. Серьезно. Так, насчет шипов надо думать что-то другое. Конкретно что-то другое. Ой, собачка. Давайте сюда, ребят. Как бы самому не упасть. А, кровотечение все равно не зарабатывает, так что порядок. Так, колонны все целы, целы, ну и пофиг. Жестко. Им просто практически пофигу, да? Это для них массаж иголками. Иглоукалывание.
Это реально, это для них игла укалывания. Смотрите, что они творят. Это просто жесть. Шипы были, шипов нет. Класс. Остальные шипы-то есть. Остальных шипов здесь нету. Чё? А как интересно. Да они сейчас тут друг друга сами перепинают, по ходу дела. Не будем им мешать, так сказать. Часть тут помрет, надеюсь. Да. Ха-ха. Я говорю, стеска печаль меня берет. Не, ну смотрите, столбики они не трогают, это хорошо. Так, по поводу того, как избавиться от Орды. Я очень-очень много раз ездил на мопеде, вот сюда, вот в эту точку, здесь мое новое место жительства. Я ездил сюда 6 раз, то есть с утра начал и вот так вот ездил. Видно, из-за этого Орда сглючила, такое, говорю, уже один раз было на True Survival. Не ожидал, что здесь такое же будет, я что-то и забыл совсем про это. В общем, друзья, перед Ордой, если вы далеко ездили, если хотите Орду увидеть, то из игры лучше выйти. И зайти по новой. Просто тупо жесть. Ага. Ну, столбики они не пинают, но смотрите, как они шипы, по всем шипам катаются. Для них это, походу, развлечение. Аттракцион ядрить пополам. Да. Проблема. Не сломали? Не, не сломали. Забавно. Смотрите, смотрите, смотрите. И по шипам, и по шипам. Ах ты ж твою налево. Чё толку, что я эти шипы крафтил? Дерево, блин, рубил целый час. Так. Умерла одна. О, нет, умирает потихонечку. Смешно. Ой-ой. Я понял. I have a problem. Так. Ну вот здесь можно потусовать. Хотя... Они здесь побегают по шипам, я думаю, да? Кажется, друзья, я встрял, да? О.
И прикольно. Ну, ё-моё. Надя по балде. Не достаю, да? Кто у нас хороший мальчик, да? Ну, семена принес. О, я тут лутать могу, кстати. Прикольно. Ой-о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 й
Ну, я уже встрял, это очевидный факт, да? Ладненько, друзья, будем ждать утра. Я тут потому что, честно говоря, не знаю, как с этим побороться и справиться. Их вроде бы меньше стало. Но с моим количеством ХП это мне сильно не поможет. О, игра, ты чё? Не надо так дергаться, не надо. Вроде бы их меньше стало, ага. Надо было с собой какой-нибудь гранатомет взять, был бы он у меня. Ладненько, друзья, буду я тут ждать, пока рассвет. Вариантов пока я других не наблюдаю. А ты там чё колбасишься? О, понял. Ага, молоточком я, значит, не достаю, этим достаю. Забавно, какой у него радиус атаки вообще? Странно, что орда заключила, это довольно-таки забавно. Вот здесь я, кому интересно, селю жить. Город я вам потом покажу, потому что серия, которая с городом, это была... Она у меня исчезла, так сказать. Ладно, давайте я вернусь к вам, друзья, после паузы, пока не закончится этот ад. Да, друзья, вот это вот слушать все, что они тут вытворяют, это вверх даже не знаю чего. Они там друг друга поубивали. Кстати, кому интересно. Они настолько злые, что они друг друга покромсали. О, смотрите. Жесть. Тьфу ты, блин, на вас. Да, насчет того, что эта структура пригодится, чтобы пережить вторую орду, это отменяется однозначно. В общем-то, надо будет переходить на колючую проволоку. И турели. В любом случае, как я бы этого хотел или нет. Так, ночь сейчас закончится. Можно будет спуститься хотя бы. Наконец. Опа. Здорово, парни, как у вас дела? Я вижу, очень хорошо. Улыбочку. Да нет, нет, только вот это не это. Только, пожалуй, не эту фигню мне. О, блин. Вот это уже совсем плохо. Это вот хрень летающая, это проблема. Большая, к тому же.
Эй, ты, давай-давай, на шипы. Я знаю, ты можешь. Ты уже так делала. Эркар, да иди ты лесом. Размечталась. Воробей, ты недоделанный. Попал. Да ладно. Это, я смотрю, это не шибко понравилось. Ну да ладно. Вон летает. Ребят, вы вообще сегодня сдохнете или нет? Значит, зомби все отрезп... А, слушайте, возможно, респ был. Вот почему орда не пришла. Что, вон, видите, там зомбики отреспались, хотя я недалеко живу. Я что, птицу этим шокером отпугнул? Да ладно. Гоните. Давайте посмотрим, что тут орда пронесла. Ага, отпугнул. Размечтался. Иди сюда, воробей ты. О, спустись, спустись. Она же от меня так просто, гадина, не отстанет, да? О, тебя не хватает. Слушай, у тебя неплохо. Мне, конечно, это нравится, но мне не нравится, что здесь вояка у меня какого-то лешего бродит. Черт, этот респаун зомби — это какой-то кошмар сплошной. Да-да-да-да-да. Так, ребят, давайте на шипы тоже со всеми. Присоединяйтесь ко всем. Дружненько. Ну что ты там идешь? Другого места не нашел. Ну смотри, какой умный. А ты тут, смотри, идешь. Плохой мальчик. Пошел, да? Да уж. Тут тяжеловато, я вам скажу. Убивать, в принципе, вообще кого-то. Тебе-то что надо? Блин. Понаперлась тут. Дидерим-ти-тим. Тронов нет, ничего нет, вообще весело живем. Ничего, ничего, сейчас я от них избавлюсь. Хотя невероятно только ног лишаться. Как ни крути, они самые мощные зомби. Чё, я вот сюда давай. Я говорю сюда. Так, а чё со стаминой? Кто там ползет ко мне? Ой, ты маленький. Мне чувство не сильно поможет, да? Все. Халява кончилась. Плохо дело, плохо. Ну ладно, переживем. Блин, как зомби-то много. Капец какой-то. Полутать не дают, прикиньте. Совсем совесть потеряли.
А, то есть те в землю превратились, я понял. Так, ребят, давайте вот сюда вот вас. Может, мне здесь больше понравится? Смотрите, какой я вкусный, красивый. Как бы мне их убить? Чем бы точнее? Йоу, ребята. Йоу, я тут. А чё, вояка скончался, что ли? Я как не наткнусь на шипы, я сразу получаю адовые повреждения просто. Да вы издеваетесь. Там еще что... Да вон там ползет, да. Слушай, ты сдохнешь сегодня или нет, а? Да ты издеваешься. Мне кажется, на мои шипы глубоко похрену. Этот вон там ползет, блин. Они же меня с удара убьют, вот что самое плохое. Ну и куда ты там ползешь? Молодец, молодец. Так, тот вроде уже помер. Нет, друг, я так просто не сдамся. Ё-моё, как же ты козёл-то вредный. Это капец какой-то. Ну, конечно, давайте мне еще кого-нибудь. Да вы заеб... Ой, блин. Чем мне вообще их урабатывать? Мне кто-нибудь объяснит? Че тебе надо, а? И нафиг отсюда. Бля, хоть бы автомат отдал какой-то. Жадина говядина. Чё ты там бьешь? Мелочь пузатая. Не твое добро, не трожь. Аптечка, нехило. А ладно, оставлю. Это мне пригодится. Помпоны. Да еб... Чё тебе, инвалидка? Давай, вот иди сюда. Да-да-да-да-да, давай. Иди. Молодец. А, типа ты умная самая, да? О, молодец, молодец, все. Теперь ползи ко мне. Ползи. Молодец, молодец. Послушная девочка моя. Давай, ползи. Правильно. Вот так вот покрутись. Смотри, какая красавица. Ой, молодец. Так, это быстро все убирать. Значит, сейчас кто-нибудь еще припрется. Ну, я вам скажу, орду, кажется, есть смысл фармить. Это большой есть смысл. Так, томат осит, пустые бутылки не нужны, дерево тоже не нужно. А оружие какое-нибудь. Кровь пригодится, чтобы себя не выцагливать. Арбалет возьму. Это место ткани.
вообще ничего нету. Так, давайте посмотрим. Бикер мне нужен. Алюбасу. Так. Пицца. Хотя пицца-то мне и не нужна. Я что-то как-то вспомнил то, что здесь же антибиотики не помогают. И, по сути, толку от этого не очень-то и много. Вот клей всегда пригодится, так что вместо костей лучше я клей возьму. Так, это ладно, чернила возьму, водички, дринк о нем. Давайте по фулочке, чтобы было. Ну, слушайте, тут зомбил самый, даже с первой орды уже есть полезные вещи. А не считать того, то, что не было вояк. Вот жир, пример, это вообще необходимая вещь. Вот смотрите, патроны принесли. Вовремя, блин, называется. Пораньше не могли, что ли? Маслица принесли. Молодцы. Тампоны выброшен. Такая охота назвать тампоны, но да ладно. Так, скотч. Ой-ой-ой. Идешь? Иди. Сказал бы куда, но промолчу. Цензура, цензура, уважаемый. О, еда есть. Отлично. Я сейчас еще и поем. Слышь, что есть, смотри. У меня патроны есть. Ага. Неожиданно, да? Ты думал, я без патронов? А, все. Времена без патрония моего пока временно кончились. Такс, отлично. С патронами уже как-то легче. Сегодня у меня были, я бы тут орду эту, ну, быстрее бы захлобучил, наверное, раза в три. Так пришлось ждать. Угу. Ну, одну съедим, да? Почему бы и нет? Ну, а кстати, они не сильно пинают дерево, я смотрю, удивительно. Вы еще еду принесли, отлично. Здесь у нас тоже хапчик. Слушайте, нормально, нормально. Мне нравится. Хотя, не считать того, что мне даже жрать нечего, туда, в порядке все. Смешно. Очень. Так, ну если не считать, половина трупов была ликвидирована самими зомбями. Нет, друзья, вот так нормально. Я из орды и полутал немножечко. И, ну, блин, орда, конечно, слишком мощная, по-моему. Шипы на это не работают, это надо учитывать. О, это надо учитывать. Надо думать как-то тут импровизировать. Так, вот здесь мне дырочку прогрызли, как видите. Тут не кислую такую. Отсюда надо мне съезжать по любасу. Пойду пока заправлять мопед, друзья. И готовиться к медленному такому переезду. Ну, а пока на этом все. Это была седьмая орда. Мне она довольно-таки понравилась. Надеюсь, и вам понравилось. Ну, потому что это было, во-первых, прикольно. Всем удачи. Всем пока. Так, семена я оставлю.